Зачем тебе деньги? Хочу заняться поставками мороженого в Марокко. Ты сам не знаешь, чего хочешь. Мечтаешь стать то пекарем, то пожарным. Мама, мне тогда было 8 лет. Деньги нужны через неделю. Я заеду к матери на работу. Твои деньги у мамы? Ты что, проиграла мои деньги в казино? За кого ты меня принимаешь? Надо привезти траву из Испании. Хочу поручить тебе. Но я никогда этим не занимался. Пару Мухаммедов тебе в помощь. Мне нужно съездить в Испанию. Составить тебе компанию? Поставщик нас кинул. Надо его найти. Верните деньги, пожалуйста! Отвали! У нас проблема, звоним маме. Нет. Зачем тебе его дочь? Они должны нас бояться. Включи мозги, дети бесценны. Скажи, что мы ее убьем. Цветы жизни. Но все будет классно, чувак. Точнее. Стреляй! Террористы! Получай! Мы весь город на уши поставили! Хорошо, что позвонили маме. Я так тобой горжусь. Мир принадлежит тебе. В кинотеатрах с 13 сентября.